Всем привет, меня зовут Алена, и спасибо большое, что находитесь на страницах моего канала. И сегодня будет видео о покупках одежды. Самое странное, когда я подбирала подборку новых вещей, я странным образом заметила, что они все практически одного оттенка. Я это не планировала и абсолютно это раньше не замечала. Ну, как бы это ни было, скорее всего, это цвет моего настроения. И по традиции начну уже с того, что на мне. Это вот такая вот кофта синего кобальтового оттенка, очень насыщенного и яркого цвета. Она кажется, что очень простая, рукав 3/4, она не длинная, но сзади у нее есть красивый такой маленький вшитый замочек. Дальше у меня в руках появляются уже вешалки с одеждой, и буду подробнее рассказывать про каждую из них. Не знаю, как вам будет видно меня. Это вот такая вот белая футболка с бабочками и мотыльками, и выглядит, как будто вы заглядываете в какую-то энциклопедию по природоведению, потому что каждая из них пронумерована и по ходу разного вида. Мне ее подарила мама на 8 марта. Она выглядит довольно обычно, но внизу у нее вот такие вот рюшечки, которые придают ей немножко такую девчачесть. Мне она очень нравится, и мне кажется, будет отлично смотреться с голубыми джинсами. Итак, следующая вещь в таком вот васильковом оттенке. Это у меня платье. Не знаю, как вам его показать, чтобы было видно. В общем, я это все примерю, и вы посмотрите, как это выглядит на мне. Как всегда, приобретено в моем любимом магазине Crop Town, где я практически каждый раз закупаюсь одеждой. На это платье смотрела очень долго. Меня лично смущал его вырез. Вот такой V-образный. Я обычно такие вырезы не люблю. Мне кажется, они мне не идут, потому что что-то странное делать с моей шеей. Ну, в общем и целом, по фасону мне нравится. Я люблю 3/4, мне кажется, мне идет синий цвет. Также у него сзади очень длинная молния, и сама вот юбка внизу, она сделана как будто тюльпанчиком. Платье само по себе довольно простенькое, но, как по мне, довольно выигрышно смотрится на любой фигуре. Дальше в том же магазине я приобрела вот такую вот светлую обычную кофточку с пуговичками. Я люблю такие кофты, и мне кажется, они должны быть в гардеробе каждой девушки, потому что белая кофта идет под все. Так же самое, как и белые футболки, кстати говоря. Я люблю вот такие вот простые вискозные ткани, они очень приятные к телу и довольно хорошо дышат. И каждых пару лет я обычно обновляю запасы вот таких вот белых кофт, потому что мне кажется, что это самая универсальная одежда, которая вообще у меня есть. Планирую носить ее под низ джинсовой куртки. Мне кажется, будет отменно. И следующую вещь я купила совсем недавно. Это вот такие вот спортивные штаны. Они у меня в таком фиолетово-синем оттенке и с розовыми шнурками. Я давно себе хотела какие-то яркие спортивные штаны. У меня есть яркие кроссовки. Мне кажется, вместе они будут отличной парой. Качество, кстати, очень классное. Внутри у них начес. Конечно, летом не походишь. Это не вещь для занятий спортом. Но мне кажется, смотрится очень интересно. И последняя покупка, это покупка аксессуар. Вот такой вот набор браслетиков. Кстати, у меня вообще странно происходит. Я обычно влюбляюсь в один цвет и постоянно беру все одного цвета. Также у меня было с розовым цветом, с серым цветом. Кстати, серый я уже из-за этого терпеть не могу, потому что половина моего гардероба это серые кофты. Тем не менее, я сейчас помешалась на каком-то кобальтовом, васильковом цвете. Не знаю, но в общем, это не такой синий, а именно яркий, вкусный такой летний синий цвет. В общем, возвращаемся к браслетам. Браслеты в таком небесно-голубом оттенке. Они совсем разные. Один это цепочка, второй сделан как бусиками, и третий вообще сплетен с ниточек. У них внизу висит вот такая вот красивая кисточка. Покупала я тоже в том же Crop Town, когда была распродажа. Мне кажется, с любым сарафаном летним, а также сандалиями он будет смотреться идеально. В общем-то, на этом все. Вот такие вот у меня были скромные покупки одежды. Если вам понравилось это видео, пожалуйста, дайте знать мне внизу, поставив пальчик вверх. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новое видео. Напишите, какой цвет вы сейчас любите, какой вы считаете цвет цветом весны. А я вас всех целую и пока!